И снова здравствуйте! Я рада вас приветствовать на моей кухне. Сегодня мы будем готовить очень вкусное кокосовое печенье. Для его приготовления я беру 130 грамм кокосовой стружки, 130 грамм сахарной пудры и 40 граммов муки. Также понадобится 2 яйца, из которых мы возьмем только белок. Вначале нужно взбить белок и сахарную пудру. Я воспользуюсь миксером. Вначале пробью немного белки, чтобы они взбились в пену. И затем постепенно буду вводить сахарную пудру. Можно также использовать мелкий сахарный песок. Хорошо взбиваю. Вот так. До пышной массы. И теперь ввожу 4 столовые ложки или 40 грамм муки. Мука у меня высшего сорта, пшеничная. И венчиками просто руками, не включая уже миксер, перемешаю. Остается ввести кокосовую стружку. 130 грамм у меня здесь кокосовой стружки. Все это теперь только нужно хорошо перемешать, и масса для печенья будет готова. Вот такой она должна получиться. Можно добавить по желанию сюда ароматизатор или ваниль, но мне нравится, когда пахнет кокосом. Я перекладываю массу в удобную для меня емкость и буду формировать печенье. Я буду формировать ложкой мерной. Эта ложка объемом 1 столовая. Ну, можно, конечно же, использовать обычную столовую ложку. Можно также формировать просто руками, катая шарики. Это уже как удобно. Мне удобно формировать этой ложкой. Я смачиваю ее в воде, и тогда хорошо выходят эти шарики из ложки. Готовые заготовки я раскладываю друг от друга примерно на 2,5 сантиметра. Так как, когда мы будем их выпекать, они будут превращаться из шариков в печенье, которое будет уже побольше размером и не круглое. Будут такие лепешечки. У меня получилось 12 штук. Отправляю их в духовку. Выпекать я буду в мини-духовке JF Grill. Температура 100 градусов. Вверх-вниз, без конвекции. Время у меня уходит 40 минут. Вот такое печенье получается. Оно пропеклось, сверху хрустящее, а внутри нежное и очень-очень вкусное. Рекомендую вам приготовить такое печенье. Готовится очень просто, быстро, а получается невероятно вкусно, если, конечно, вы любите кокосовую стружку. Приготовление этого печенья я использовала кокосовую стружку жирностью 65%. Рекомендую все-таки брать жирную кокосовую стружку, тогда и печенье будет намного вкуснее. А я на этом с вами сегодня прощаюсь. До новой встречи. Спасибо, что готовите вместе со мной. Пока-пока. Увидимся.